нет, перестраивайся. Так же и на экзамене было. Да не дави их, не дави. Уходи, да. И он перестроился, и вот этот знак он не увидел. 40. И нужно двигаться 40. А он что, он выехал в эту полосу и говорит, ну что я думаю в левом полосе ехать медленно. И газку поддал. Все, до свидания. Ну, он сначала разогнался до 60, потом скинул скорость. Я тоже подумал, что он увидел знак 40 и, соответственно, скинул скорость. А тут нет, газу дал, и ему инспектор говорит, вот видишь, заканчивается действие знака, вот здесь. Ну и все. Он остановился и сдал. Потом другой парень сел. Мы сейчас поедем, развернемся. Во-первых, он без поворотников начал разворачиваться. Почти перед Выборгской развернулся. Это вот он ему здесь говорит, выбирай место для разворота. Хотя можно было бы развернуться. Вот тут вот первый, да, разворот есть. Включить поворотник, остановиться заблаговременно, развернуться. Дальше он едет, не увидел этот поворот. Дальше вот, видишь, она главная дорога. По-любому есть какое-то примыкание. Нужно посмотреть просто. Ага, вот слева есть между. Нет, мы дальше едем. Вот здесь можно было развернуться. Потом опять знак главная дорога. Мы смотрим, слева есть выезд. Тоже мог развернуться. Еще знак главная дорога. Значит, где-то есть выезд. Вот тут тоже, в принципе, в этом разрыве можно было бы. Нет, здесь сплошная. Здесь нельзя. Вот. Ну, опять знак главная дорога. Включали его поворотник. Но он этого не сделал на экзамене, парень. А ты левый надо включить. Вот. И мы сейчас развернемся вот тут вот. Разворот будем осуществлять только тогда, когда ты увидишь, что там есть. О, поехали, дорогу перекрыли тебе. Крути полностью руль. Давай, смелей. Вот, он здесь разворачивается без поворотника, ну бог с ним. Инспектор молчит. Ну, не нервирует его. То есть, когда есть инспектор, который скажет, вот вы поворотник не включили, человек начинает уже теряться. Он молчит. Мы едем. Левый ряд перестройся. Это вот мы делаем все, как вот было на экзамене вчера у парня. И все, вот, и давай 60, едь, разгоняй машину. И вот он говорит ему, выбирай место для остановки. Так, нет, он сказал за знаком главную дорогу. Стараюсь в правый ряд. Ну только тормозить не нужно. Красный горит. Стоим. Выключаю поворотник. Ты какой сейчас включала? Правый? Правый. Не такой участок дороги. Да, ну с одной стороны-то он легенький, вот тут казалось было, знаки видно, дорога широкая. Тем более машин вчера очень мало было, все дома сидели, дождь был. И все, вот он ему сказал, уже здесь выберите место для остановки. Вот, два дублирующих, один стоит, дублирующий еще стоит. Остановка запрещена, знак. Он едет. Я думаю, ну молодец. Знак увидел, можно же и здесь остановиться. Но он не останавливается. Ну вот так технически-то можно здесь остановиться. Все, он едет, едет, едет. И на остановку вот эту заезжает. Вот на вот эту остановку. Буквально ему не хватило до сдачи проехать вот, вот перекресток справа. И вот здесь надо было остановиться. Все.